Бортовые судьи. Бойцу синего угла минус 1 балл за перевес. Во взвешивании. Бойцу синего угла минус 1 балл. Поаплодируем. Так, слева от меня бойцы Санкт-Петербурга 57 кг, 93-го года рождения. Уроженец города Токмок. Спортклуб «Парк Токмок». Победителем турнира «Парсуков» тренер Усманов Милан. Встречаем. Его соперник. Синий Мугло. Весовая категория 57 кг. Боец 2000 года рождения. Жизак. Республика Узбекистан. Спортклуб «Запад». Призер России по кикбоксингу. Призер России по ушу санда. Тренер других запас. Встречаем. Шарота Санку! Батя Давай, давай, давай.
первом раунде за 2 минуты 39 секунды удушающим приемом победа одержала.